Вон байрамика. Як ночь. О, 50-го. А какого века? А вот 19-го. Хлебный велотонный уголок. Берет прямо на морозе. Спирт стекает чистый, а вся грязь, мазут остается. Потом этот выкидываешь и ломает. Не может, сели, оттуда не ударит. А ты не слышал, как это рассказывает? На заводе. Стоял и спирт. Нет, Байрам не падает. Я к нему на Байраме. Ну, пенальти можно в вторую сдать, да, пробить? Иди, храпной бил, братан. Он еще удобнее позиция, чем там. Соперник уже. Так Байрам не будет. Бач, ты что, штраф найдешь? Уже жарко так, надо хоть пожечь. Надо бить, поворот. Ну, Байрамы будут, Байрамы. Сейчас, конечно, поворот. Опять, сейчас стеночку дальше поставишь. Ты 9 метров? Да. Брысанов, у вас скоро возвращаться. Вот и получилось. Все, бывает ничего. Вот видишь, кто заработал гол? Самый маленький. Да. Финальный заработал. Самый маленький. Грязи. Я сказал, забью. Я. Да забью. А, что тут забивать? Хороший парень.